Про ЖКХ – это совместный учебный проект Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов и Министерства ЖКХ Московской области. В мероприятии приняли участие представители управляющих компаний, председатели Советов многоквартирных домов и активные жители города. Собравшимся рассказали об основах жилищно-коммунального хозяйства, а также о правах потребителя услуг ЖКУ. Для чего мы объединяемся? Для того, чтобы наладить общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в той сфере, которая к нам наиболее близка, с которой мы ежедневно всегда встречаемся, да, и с этой сферой, как правило, связано наиболее большее количество проблем и больше вопросов, когда мы встречаемся с представителями власти. Проект «Про ЖКХ» призван повысить грамотность потребителя услуг ЖКХ. Программа обучения включает в себя такие вопросы, как капитальный ремонт, ценообразование и тарифы, смена управляющей организации, проведение собраний, выбор совета дома и многое другое. Курс разработан действующими председателями советов домов Подмосковья, изложен доступным и понятным языком. Каждый собственник, пришедший на семинар, получает брошюру-учебник, блокнот для заметок, ручку. По окончанию курса участники проходят тест, который состоит из 10 вопросов. Анализ ответов дает преподавателю понимание, насколько усвоен материал. Принять участие в семинарах и пройти обучение может каждый житель Одинцовского района. Занятия бесплатные. Для тех, кто не смог послушать лекцию сейчас, будет организовано повторное в середине сентября. Следующий учебный курс про ЖКХ пройдет в Кубинке 9 августа. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».